кенгуру – название животных из отряда сумчатых млекопитающих, которые живут только в Австралии. В этот отряд входят гигантские кенгуру, большие рыжие кенгуру, валаби, филандеры и валару. Однажды мореплаватель Джеймс Кук прибыл в Австралию. Там его поразили наши сумчатые друзья. Еще бы не поразиться, когда животинка размером с человека, а выглядит как мега-заяц-переросток, еще и подскакивает на 2 метра. Вообще прыжок большого рыжего кенгуру достигает 3 метра в высоту и 8 метров в длину. Прибавьте к этому максимальную скорость 60 км в час, которую они могут развить, и получится довольно проворная сумчатая, которым удивляются многие и по сей день. С вами канал «Планета Земля».